давай. Сегодня мы снимаем обзор лобзика Fiolent, вернее не обзор, а распаковку лобзика Fiolent PM4700E. Ну, распаковка у нас будет максимально короткая. Уже открываю коробку. Та-дам! Инструкция. Ни щеток, ни ключей, ни хрена. Ну, так как ко мне объяснили в магазине, что это профессиональная серия, что говорит о надписи на коробке профессиональный. То есть для профессионалов этого ничего не надо, сам все сделаешь. По поводу самого лобзика, естественно, я уже на нем работаю. Сделал кучу деталей. Очень простой. Эргономичный дизайн. Простая регулировка. Фиксатор кнопки. Переключатель режимов. Ну, пластиковый, правда. Ну, по-моему, он работает нормально на шарике. Шарик может, конечно, потеряться. Ограничитель, чтобы пальчик не всунул, проволочный. Тоже очень простой. Еще мне нравится, что зажим для пилочки под отвертку плоскую, а не под этот долбанный шестигранник, который вечно теряется. Здесь одним болтом наклон лыжи меняется. То же самое, под отвертку, даже плоская сюда влазит. И еще меняется дополнительный упор для пилочки. Меняется положение, то есть дополнительно сдвигается она влево-вправо. То есть тоже крестовая отвертка. Все очень просто. Я уже когда-то фиолентами работал на заре своей юности, когда институт закончил. Мы ламинат ложили. Ничего не изменилось, просто лобзик как танк, очень простой. Ну и в принципе, что сейчас, как сейчас я им работаю, то же самое. Как будто не прошло 15 лет с прошлой моей встречи с фиолентом. Инструмент не греется, работает достаточно надежно, хоть и пилочка уже посинела у меня, но это я просто так, еще не умею. Прошлый мой лобзик, его недостаток, он сразу же пилил вот так вот. То в одну сторону, то в другую. Фиолент, ну это фиолент, он пилит ровно. Даже вот я тут бугром наделал, да? Но все равно эти бугры перпендикулярные. И несмотря на какие пилки. Покупкой доволен, несмотря что коробка пустая, без всякого барахла, может быть оно и не нужно. Лыжа тоже очень простая, узкая достаточно и короткая. Ну, это, опять же, для маневренности удобно очень. Максимально простой инструмент. Металлическая кожух, который скрывает механизм поступательно-вращательное движение, которое осуществляет. То же самое, мне это, допустим, очень нравится. Не то, что вот это пластиковое, которое продается сейчас. Шнур. Опять же, профессиональный инструмент, шнур всегда длинный и гибкий. Зимой посмотрим, как работает. Максимально короткий обзор закончен. Пока, с вами был Михаил Павленко. Подписываемся на канал, там, ну, вот это все делаем.